Это ерема, еремия. Барабаш, вот горох везет с поля. Я приехал на поле посмотреть, он мимо проехал. Горох, примерно 20 центнеров, говорит, у него. И вот там идет комбайн, я пытаюсь его захватить, с ним проехать. Не пыль только, говорит, а ржавчина, какая-то болезнь даже. Вот, а там они пригнали большую машину. Стоит, ждет. Два прицепа. Страшно. Угу. Еще не сделаешь, там машина у них стоит загнанная. Теперь я попытаюсь велосипед развернуть и поехать. Какая пыль ужасная. И так платят мало. Горох убирает. В среднем, говорят, 20 центнеров гектара. Я сейчас сел на велосипед, догоняю, 25 августа 2018 года, поселок Потеряев, по Мамонтовский район, Алтайский край. Долго я тут искал, на квадраты разбито поле, я никак не могу его достать. Вот он достает где, и разворачивается назад, не приезжает наконец поле. Я бросил. Ага, он поехал дальше, вот видите как. Он дальше поехал, а я думал, что развернется. Ну, все сказать. Один. Я тут... Один. Поэтому у меня движения-то никакого нет. Застреваю на этой метели. Теперь бросил велосипед, опять сел. Вот так. Но тут уже издалека только придется. И дорога пошла по окружности. Я тут застряну на велосипеде. Тут ягоды много собирали, мы пасли когда-то. Это все родное и близкое. Вот он дошел вот квадрат тут. Поле-то неровное. С выкрутасами бросил. Дальше опять горох идет. Ой-ой-ой. Вот он опять разворачивается.
Ой, какая пылища. Это Терентий. Поворот делает. Куда он дальше поедет? Дальше опять поехал вперед. Я не знаю, куда он поворачивать будет. Судя по всему, мог повернуться и здесь. И опять трава, велосипед тонет в траве. Ну вот так. Показываю околки какие. Там дальше железная дорога. Тут расстояние километра одного. Поле. Русское поле. У нас была полина, полинария, поле. Она говорит, а что, украинское поле разве нету? Ну, украинское поле, полинария как раз и была у нас. Это маленько остановился. Вот. И там никакой вентиляции, ничего нету. И вот посей, распаши, все на горючем, скажем, днем дороже. И ячмень продает 4,40 килограмм. 4 рубля 40 копеек. Это нормально, человек устоять на ногах не может. Государство разрушает все. Ни в одной стране этого нет. Даже протравливает. Казахстан половину оплачивает, а русские сидят, голову опустили, нам ни рубля не дают. Тут маленько решили помочь что-то, так и то справа там можно колхоз новый построить. Я до того переживаю вот за это. Игоря, комбайн ломается. 10 лет не проработал, все там вода вырвала, там что-то сегодня говорят. Не разбираюсь, я знаю, что машина остановилась, комбайн тоже. Все поле заставил там комбайнами. А купить бы новый. Лучшей идеи даже нет, новый, но подойди к нему. Вот это Полесье, Украина, кстати, это Белоруссия. О, какие березы тут стоят. Это я хочу выскочить навстречу ему, если бы можно было. Ой, тут кроты нарыли огромные. Это не в банку ловить, показывает. Кротика ловит 3-литровую банку. А он сам с 5-литровую банку. Вот какие кучи навороченные. Вот я показываю. Объемные. Ну, как маленькая собачонка, большая кошка. Такие здесь кроты. Я понял, укротить — это значит поймать крота. Укротить. А укоротить — это человека. Вот я сбоку. Захвачу его где-то там еще или нет? Вот она, колочки наши березовые. Тут мое детство прошло. Тут самое первое впечатление о мире, о природе. Я вырос среди природы. Бог дал любовь к птицам особенно. И ко всему, что есть, сохранять. Что-то пользовались чем-то, с усликами. В колхозе платили за это, выливали их разными способами. Считали, что они урожай портят, вроде бы так. А так ли это? Иди проверь. Вот я и здесь ждал Терентия. Он как раз и подъезжает. Вот березы пока показываю. Дорога, вот они. Здесь березы поперек, осины лежали. Игорь говорит, пластался тут всю зиму, чтобы убрать их. Вот я сейчас велосипед свой бросил и жду, как подойдет.
Христа Терентьев. Закончил Алтайский государственный технический университет. Ну, приехал с отцом сейчас. Мы еще опять земли прикупили маленько. Сейчас не знаю, 350 гектар съел. А уже недолго, 6700 или 7000. Там и техника хорошая. В тюрьме любят горошинку, все, самое любимое блюдо. И нарезанная картошка целая, нерезанная, очищенная только. Вот он. Вот так. Благослови Господи Терентия, Игоря и Иеремию, всех, кто у них в Тургусе. А там надвигаются, молнии сверкают, гроза, все. И превращают труху в удобрение сразу все. Это не солома, не пшеничная. Что-то остановился. Я дальше там показываю горизонт. Машина стоит большая. На маленьком самосваде уехал. Вот он где. А там за горизонтом. За горизонт. Это вот дальше вот я показывать буду. Но это не видно. Элеватор. Где-то здесь элеватор виден должен быть. Вот он. Это 20 километров. И за него еще там, видать, горизонт такой. Горизонт. Дальше не видно. Почему? Земля, земной шар не плоская. Поэтому она уже там не видать. Вот он что-то у него не ладится, видно. Перенги. Спокойно. Сейчас, видимо, тронется. Пусть. Да. Это гороховое поле, как оно выглядит. Стоит. Мне надо к дому приближаться. Это белое, это элеватор. Корчинский. Корчинский, Мамонтовского района. Алтайский край. Облака какие удивительные. Нависают. Видно, что дождь где-то прямо совсем-совсем рядом. Я не знаю, как отображается. Нет, молнии сверкает. Явно, что идет гроза. Гроза. Мне надо убираться домой. Благодарю Бога. Слава Иисусу Христу. Собрался уезжать, а сзади проезжает Терентий. Терентий, говорю, Иеремия, Ерема, Ермак. Оказывается, он отогнал этот самосвал маленький. Теперь на велосипеде по полю. Вот, шустро так едет. В той машине. Раз дождь, то дождь идет, гроза. И машину вторую гнать незачем. Видишь, как рассудили. Я только-только отошел. Вот он пошел этот. Он маленький. Пошел вперед.
А вот он как теперь добирается до своего, там у них машина, ну а велосипед где-то тут бросит, никто не возьмет. 15 лет парню. С 12 лет машиной владеет и тракторами. Вот он, жневье, я тут даже не проеду. Тонет, это же пахота. Ну я не могу держать, у меня руки дрожат. Я ушел пораньше из богослужения, после помазания дежурный потеряет. Потому что деревню так не осаешь, все здесь. Вот. Болтаться некогда, как в городе ребятишкам. Он работает, отвозит. Его и сравнить не надо, там это шпана, что? Безделье. А это верующие все. Вот какие облака скрученные. У-у-у, как полыхает там. Все, я поехал. Вот обрабатывает дорог. Между столбами крутить. Как это? Ой-ой-ой.
которая дует, чтобы не попала. Не хватает на него. И та работает.